Митрополит Илларион надеется, что за фейки о лечении будут наказывать. Митрополит Илларион надеется, что за распространение фейков о лечении будут наказывать. 13 ноября, Москва, РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион Алфеев заявил, что надеется на соответствующее наказание тех, кто распространяет фейки о болезни и лечении. Что касается распространения ложной информации о болезни, это, конечно, печальное явление нашего времени. Я надеюсь, что те, кто распространяет ложную информацию, понесут за это соответствующее наказание, сказал он в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» в субботу. Ранее митрополит заявил, что верующие, выступающие за лечение, основываются на многолетнем опыте Русской Православной Церкви, в то время как ее противники в основном находятся под влиянием мифов.